Привет, Кулилята! 8 июля мы с Федей играли на квартирнике, у ребят забыли рифму, но на самом деле мы туда ходили смотреть место Триглинки. Почему, я расскажу в конце видео, вы правда очень хотите досмотреть. Также мы сейчас будем играть не только песни из альбома, который уже вышел 15 числа, ссылка на все платформы лежит внизу в описании, чтобы послушать, но первую песню мы будем играть, ту, которую вы еще вообще не слышали, это тот августовский сингл, о котором я говорила, честно, уже не думаю, что успею в августе, но очень бы хотелось. Она такая летняя. Вот, мы много лажаем, так что вы можете посмеяться, и я увижу вас в конце видео. Пожалуйста, досмотрите до конца. Мы будем играть мое, наше, свое. Мое, наше, свое. Вот, первое, самое свежее и очень летнее. Давай, покажи мне штрафы.
хочешь стать им, у кого страшнее. Главное, чтобы не потеряли разум жизненности на шее. Перестали, я снова не смогу спокойно спать. Снова над мыслями слабый контроль. Это любовь будет и не любовь, снова другой. Перестань, я снова не смогу спокойно спать. Снова над мыслями слабый контроль. Это любовь будет и не любовь, снова любовь. Я смотрю, как и лишь бы не заметил, раздираю рамки, как каменетка, страхи, как монетки разума. Колодцы падаю на заре, чтоб не уколоться. Ну же, давай, покажи мне шрамы. Хочешь сравнить, у кого страшнее? Главное, чтоб не потеряли родинки искренности на шее. Перестань, я снова не смогу спокойно спать. Снова над мыслями слабый контроль. Это любовь будет и любовь, снова любовь. Перестань, я снова не смогу спокойно спать. Снова над мыслями слабый контроль. Это любовь будет и кажется, я виновата во всем сама.
очень классно. На самом деле мы ходили туда посмотреть место Треглинки. Оно просто божественное. Вы не видите на видео, но на самом деле это бальный зал с лепниной и с ангелами на потолках. Нам очень сильно понравилось. И 19 августа в 20:00 я вас всех туда зову, в Санкт-Петербург, кто может и кто хочет, на презентацию альбома «Дорогой дневник». Буду вас очень рада там видеть. Билет стоит всего 300 рублей. И купить его можно внизу, там будет прикреплено мероприятие. Пожалуйста, приходите, я надеюсь, что мы классно проведем время, и я буду много шутить, много нервничать и, возможно, лажать. Надеюсь, нет! Но в целом, мне бы очень хотелось с вами пообщаться и обменяться с вами какой-то вот этой вот энергией. Вот, буду вас всех очень ждать. Спасибо большое, что посмотрели видео до конца. Пока-пока, увидимся!